Да, вопрос очень классный. И многие мне его задают. Здесь садики и школы есть разные. Есть как государственные, так и частные. Также есть русский сектор, что немаловажно для нас. У меня дочка ходит в государственную школу, хотя мы ее подумаем отдать в частную школу. Ну, ей там нравится, в государственной, да. Она говорит, нет, я переходить пока не буду, мне все нравится. Она уже привыкла. А сына я хотела отдать в частный садик. У нас в нашем доме есть садик «Калибри». Мы туда ходили, смотрели. Ну, конечно, вообще, он классный. Ну, что говорить, он хороший. Там и обстановка, и воспитатели душевные вот такие. Прям очень мне понравилось. Но ребенок мой сказал, нет, я в детский сад больше не буду ходить. Потому что в России он ненавидел туда ходить. Вот не любил. Поэтому мы его отдали на подготовишки. В такой центр «Каспий». Он туда ходит с удовольствием. Там тоже русский сектор. И что мне нравится, у них там есть английский язык. То есть вот ему очень все нравится. Плюс он у меня еще пошел на шахматы, тоже там же. Поэтому выбор огромный. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Ну, сына, конечно, мы планируем с мужем отдать в частную школу. Хотим в Каспий, посмотрим. Хотя государственный тоже очень хороший. Очень хорошее и очень сильное образование. Очень сильное. Потому что, почему я так поняла? Потому что, когда мы приехали из России и пришли в эту школу, мы, конечно, обалдели. У меня дочка по химии отстает на 2 класса. На 2 класса. Представляете, да? То есть, вот так вот сейчас. Она у меня вся в репетиторах. Потому что вот так вот. Так что азербайджанское образование, оно 1000 раз лучше. 1000. Мы это на себя ощутили. Так что вот, надеюсь, я вам ответила на ваш вопрос. И спасибо за него огромное. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.